Так, да. Ребят, всем снова привет. Сегодня мы с вами посмотрим на такое приложение, как VR-камера. Сегодня мы посмотрим на приложение VR-камера и то, как оно работает. Вот сейчас я нахожусь в очках такой известной фирмы Шиникон. В принципе, у меня камера работать должна. Сейчас, секунду, ребят, я свет отключу. Сейчас отключаю свет, вот. И все равно ночное видение у нас работает. Довольно-таки неплохо, в принципе, выглядит все это дело, да? Вот, я снял верхнюю крышку очков Шиникон, кого это интересует. Вот, моделька у меня такая хорошая. Вроде бы приятные очки. Все это дело. Где мой джойстик, трекпад? Ой, смогу ли я его на ощупь найти? Или нет? Да, смог. Так, тут можно управлять, да? В принципе, можно. Ребят, блин, я забыл свет потушить. А, извиняюсь. Блин, что? Да, блин, ребят, так скажу, довольно темновато. Сейчас я на ощупь просто иду. Извиняюсь, если качество видео будет из-за этого не очень. Я сейчас просто иду вперед на ощупь. Получается, иду. Иду на ощупь. Да, я иду на ощупь, действительно. Ребят, о, офигеть. Ну, типа, можно сказать так, что работает, в принципе, приложение, да? Работает, в принципе, работает. Я сейчас чем-то громкость отрегулировал. В принципе, работает приложение. Но мне кажется, все еще в стадии бета, но выглядит довольно прикольно. Прикольно выглядит, да. Да. Все. Ребят, ну что ж, так понял. В принципе, неплохое приложение, да? Ну да, довольно-таки неплохое, что я вам скажу, ребят. Прикольно все это выглядит, но бета, опять же, пока что в стадии тестирования такого вот. Ну что ж, ребятки, если вам этот видосик короткий понравился, обязательно ставьте, конечно же, лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, всем пока. Вот такое вот приложение. Прикольное. Сегодня у нас было, кстати, микрофон. Вот как можете обратить внимание, микрофон работает. Ну, вот эта вот шкала. Ну, прикольно, ребят, прикольно. Всем удачи, всем пока, до новых встреч. В принципе, выглядит довольно-таки неплохо. Неплохо выглядит. Подписывайтесь на канал и ставьте лайки, если вам понравилось реально. Пока, ребятушки.